Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои друзья, с вами Елена. Рада вас приветствовать на своем канале. Спасибо, что зашли к мне в гости. У меня сегодня для вас новый рецепт омоложения нашей кожи. Благодаря этому рецепту мы с вами уберем все морщинки, разгладим наше лицо. Но сразу вам оговорюсь, это рецепт не мой. Я нашла его на одном из сайтов и решила попробовать. После применения этого рецепта мне просто не терпится вам рассказать о его результатах. Если вы решите его повторить, будет только за радость, потому что этот рецепт и правда требует нашего внимания. Девочки мои хорошие, требует нашего внимания. Итак, всего лишь одна капля замечательного масла плюс детский крем помогут нам в кратчайшие сроки убрать наши морщинки. Кстати, мелкие морщины разглаживаются уже буквально на четвертый день применения этого крема. Глубокие становятся менее заметными. Не верите? Проверьте. И тогда вы в этом сами убедитесь. Итак, для приготовления этого чудо-крема, ночного крема, кстати, нам с вами понадобится обыкновенный детский крем, любой детский крем, а также глицерин. Вот. Два простых ингредиента, которые вы можете купить в любой аптеке, вам помогут избавиться от морщин. Ну а сейчас я хочу предложить вам сам рецепт, как мы будем его готовить. Чтобы приготовить этот чудо-крем, нам с вами понадобится любая баночка. Можно взять стеклянную, можно взять из-под любого крема, который у вас уже закончился. Кстати, никогда не выбрасывайте эти баночки, они вам еще пригодятся. Вот, берем детский крем, выдавливаем в эту баночку. Кстати, я беру примерно 2 чайных ложки крема, примерно. Мне будет этого достаточно, примерно на недельки 2. Потом я просто-напросто повторю этот рецепт, еще приготовлю себе новую порцию свежую. И берем примерно 1 каплю глицерина, примерно 1 капельку. Сейчас я налью, постараюсь налить 1 капельку. Можно использовать пипеточку, но я так буду, знаете, на глаз. Вот, вот примерно 1 капелька у меня. И добавляю я эту капельку в наш крем. И хорошенько все перемешиваю. Как видите, нет ничего проще, чем приготовление этого чудо-средства. Кстати, хочу сказать большое спасибо, кто придумал это средство. Мне оно очень понравилось. И я сейчас буду использовать именно этот крем на протяжении хотя бы 2-3 недель. Да, девочки, буду на ночь после любой маски буду наносить этот крем. Вот, пользуюсь уже несколько дней, и я просто в восторге. Вы не поверите. Все, вот, взбила, вот такая у меня масса, девочки, получилась, крема. Что мы с вами делаем дальше? Перед тем, как нам с вами лечь спать, мы с вами что делаем? Правильно, ухаживаем за своим прекрасным лицом. Делаем с вами всевозможные очищения лица, масочки. И после того, как вы, значит, нанесли маску, смыли ее, нам с вами, естественно, надо свою кожу как-то или увлажнить, или насытить. Мы с вами пользуемся кремами, нашими любимыми кремами. И сегодня у меня для вас вот такой простой рецепт. Детский крем плюс капля глицерина. Это просто чудесное средство, чтобы нашу кожу подтянуть после любого уставшего дня, чтобы разгладить все мелкие морщинки, глубокие морщинки сделать менее заметными. Если вы ежедневно будете наносить вместо вашего любимого крема именно этот крем, то результат вас будет радовать уже в ближайшую неделю. Честное слово, девчоночки. Я сейчас пока отстранилась от всех кремов и использую вот такой крем. Это я вам показываю, что у меня имеется. Буду пользоваться, уже пользовалась.
Сразу вам скажу и хочу сказать, что я очень-очень довольна результатом. Наносим этот крем, особенно где у нас с вами гусиные лапки, где у нас с вами имеются морщинки. Наносим вот такими слегка постукивающими движениями. Наносим на все лицо при желании. Используем этот крем ежедневно вечером. Вечером. Не надо его использовать днем. Только вечером. Наносим, вот так постукиваем, постукиваем. Девчата, уже утром вы увидите первые результаты. Поверьте мне, но так оно и будет. За одну ночь можете нанести на все лицо, можете нанести на шею, на зону декольте. Это уже по вашему желанию. Вот, за одну ночь вы увидите уже первые результаты. Морщины начнут исчезать, просто исчезать. Этот крем можно, как говорится, использовать всем, буквально всем. Детский крем, он не имеет противопоказаний. Глицерин, он также не имеет никаких особых таких противопоказаний. А тем более, когда он у нас смешан вместе с детским кремом, то эффект просто потрясающий. А кстати, такой же крем можно наносить на наши ручки. И делайте это постоянно, каждый божий день. Также этот крем наносим на наши локоточки обязательно. Они у вас всегда будут, как говорится, красивыми и ухоженными. Также, мои дорогие, этот крем можно нанести на свои любимые дорогие пяточки, на свои ножки. Так что готовьте и используйте. Кстати, после того, как вы распарили свои ножки, пемзой их там, решеточкой их почистили, нанесите этот крем. И уже утром буквально вы заметите, как ваши пяточки преобразились. А если вы будете это делать ежедневно, то я вам также говорю, мои хорошие, что буквально через неделю вы не узнаете ни свое прекрасное лицо, ни свои прекрасные руки, девочки, ни свои пяточки. Так что обязательно попробуйте. Кто меня регулярно, постоянно смотрит, тот знает, что я только делюсь проверенными рецептами. Рецепт с детским кремом и глицерином проверила на себе лично. И знаете, крем просто замечательный. Пользуйтесь на здоровье, для своего здоровья и для красоты. Если вам понравился рецепт, не забываем ставить лайки. Подписывайтесь на мой канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Заходите на мой второй канал «Домашняя кухня СССР». Сегодня у меня будет новый вкусный рецепт. Кому интересно, буду всем очень рада. Также не забываем заходить на канал моей дочери «Чудо-семейка». Мы вас всех любим, всем благодарны за ваше внимание, доброту, поддержку и отзывчивость. С вами ваша Елена. Пока-пока. Завтра вновь увидимся. Удачи вам!